Папа Римский Франциск прибыл в Багдад с апостольским визитом. В аэропорту его встретил премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казими. За 4 дня Папа Римский посетит Багдад, Наджаф, Ур, Эрбиль, Мосул, Каракош. В этих городах состоятся встречи с иракскими священнослужителями, президентом и премьер-министром страны. Кроме того, Папа Римский отслужит мессу на стадионе. Это также первая международная поездка Папы с начала пандемии.